Ребятки, всем привет! Сегодня у нас уже 30 сентября. В общем, короче, второй день, как бы говоря, уборки подсолнечника. Вот, пока что, я уже повторяюсь, мы помогаем нашим соседям по хозяйству. Вот. Сегодня половина, наверное, будет у них у брата. Вот, а вторая половина у них еще зеленая. Пока у них спеет, мы заедем на свой подсолнечник и будем мочить там. В общем, время 8:30. Начинаем мочить. На векторе пока что еще ищем вчерашнюю проблему. Но, скорее всего, это был слабоватый ремень грохота. Вот. Сейчас натяну и будет все видно. Ребятки, я в пути, город Самара. Вот, время 2 часа. К 3 у меня прием. В общем, едем. Схожу к стоматологу и возвращаюсь домой, снова за комбайн, снова за баранку. И будем работу продолжать. Убирать подсолнечник. Так, ребятки, короче, дело такое. Все, сделал я свои дела. Теперь возвращаюсь домой. Уже проехал как 40 километров. Выезжаю вот из города. Точнее, выехал. И направляюсь в сторону дома. В общем, в одну сторону получилось у меня 140 километров. И полтора часа, по-моему, езды. Короче, сейчас 15 минут 6 времени. Думаю, к 6:30 я должен попасть домой и уже отправиться на уборку подсолнечника. Там как дела? Может быть, уже даже убрали без меня. Может быть, еще не убрали. Короче, приезжаю я домой, и там все будет конкретно известно, что дальше будет происходить. Что стоишь, застыв, любишь, что ли?
хотя кто такого полюбит, уходи. Нет, я серьезно, оставь слова и забирай чувства. Нет, я не хотел, да и скажи, кто знал, что внутри у тебя станет так пусто. Если бы мы знали, как влюбляться, тогда наверняка бы выбирали себе теплых людей, а не обложки глянцевые. Если бы умели разбираться, не пришлось бы страдать и болеть. Я дура, ну и где твоя вера, ну и где моя планка? Да вот упала, времени мало, но сейчас мне его не жалко. И ты не прощай меня в последний раз. И ты не ищи причин вернуться в мой дом, хоть однажды двери не заперты были, как нет. Короче, ребят, прибыл я домой, на поле, короче, приехал уже. Вот, время сейчас 6:30, точнее уже 7:30, делаю я второй круг. Уже темно, пыльно. Короче, получилось за сегодня у меня как? Поехал я 280 километров накатал. Это я с часу и до 6:30, наверное. Короче, был в дороге. Частично был в дороге, частично был у стоматолога. Вот, короче, ездил я в Самару. После чего я приехал и сел снова на комбайн. С утра я работал на комбайне с 8 до часу. То есть такой вот расклад на сегодня. Пока что молотим. Здесь у меня загоночка осталась. Вектор уехал на другую. У меня загонка осталась круга еще на 3, на 4. Вот. И поеду я к Вектору. У него там 80 метров загонки ширины осталось. И на этом, наверное, на сегодня и на ближайшее время все. Пока доспеет другая часть, мы будем убирать свой подсолнечник. Но пока конкретно ничего не известно. В общем, молотим, а дальше будет видно все по ситуации. На улице резко похолодало. Взял я с собой печку. Вот такую вот. Осталось только ее установить. Установить у меня есть шланги, выведенные в кабину. Там просто сейчас стоит заглушка. Вот надо открутить два хомута, одеть два шланга на печку, завернуть два хомута и пойти открыть кран на блоке и на коллекторе. И будет в кабине жара. Но суть не в этом. Вчера было очень холодно в кабине. Я одел даже куфайку, в куфайке работал, но ноги замерзали. Сегодня пока что еще не холодно, пока еще работаю. Думаю, сейчас буду пока разгружаться. В принципе, два хомута отвернуть, завернуть недолго. Пока разгружаюсь, думаю, печечку я приверну и уже попробую ее в деле. Так, ребят, короче, такая фигня. На моем комбайне в том году не было такой болячки, позапрошлом была. Это, видать, как заправляли, шланг сували в горловину без сеточки, когда заправляли, кусочки резина попадали в бак и забивали трубку. Вот. Когда мы было мало солярки, эта вся резина подсасывалась и забивал трубку, снимал трубку, продуваешь, и проблема исчезает. Сейчас, в том году, такой фигни не было. Сейчас опять обнаружилось. Сейчас постоял, нормально работает. А то обычно и начинает умирать потихоньку. В общем, сейчас будем лечить эту беду. Снимем трубку. Так. И надо надеть куфаечку. Тут что-то прохладненько. Ветерочек. Перчаточки. Так. Thank you.
Так. А здесь у нас уже будет немножечко солярочка бежать. Так, чуть не понял. Вроде бы солярка. А, сейчас с фильтра посмотрим. Мне показалось, как будто как водичка. Так, и трубку вытаскиваем. Дальше. Так, и взять ключики на 13 на 12. Пойти для начала попробовать слить отстой, потому что что-то мне как-то показалась странная солярка. А, тут даже на 4. Да, работа ночью, конечно, не из лучших, но деваться некуда. Нет, солярка. А, вон они, семечки торчат в штуцере. Они и забивали. Ой. Так, в общем, никак не хочет пробиваться. Про что я и говорил.
вот про этот самый кусочек. Довольно-таки не маленький кусочек, почти с ноготь. Такие вот дела. Ключи и заводим. Оттуда. Это отсюда. Так, зажигание есть, есть, есть. Стартуем. Все на мази. Сейчас сделаем прогазовочку, проверим, как троит, не троит. Все путем. Снимаем перчаточки наши. Убираем ключики на место. Опа. Фонарик, перчатки. Снимаем куртку. И начинаем нагонять пушечное время. Где-то надо